Эй, приветствую! С тобой Ингрей, пусть душе твоей сегодня станет теплее с игрой Ultimate Invasion Ghostbusters. Игра для первой PlayStation по именно мультфильму «Охотники за привидениями». Сегодня мы с ней познакомимся. Выбираем персонажа, я думал. Все без звуков было, точнее без музыки, зато теперь она есть во время загрузки. Лизун нажрался и спит, хотя, собственно говоря, каким образом он спал, а в это время около пожарной. Типа все в виде комиксов. Вы это слышали? Похоже на Дженни. Мне кажется, что она увидела мышь, пошли. Работа для охотников. Ты в номере, Дженни, что происходит? Да ничего, Лизун меня напугал. Не думаю, что это был Лизун, мне кажется, это были его друзья. Вернулись обратно. А, наверное, мой друг Арнольд Виатман звонил из Манхэттенского музея искусств. И он сказал, что у него важные новости. Что же мы ждем? Отправляемся к Вайтману. Встретьте его на Лаврен-стрит. Удачи, она вам потребуется. Выехали, действительно. Это тир. Вот, видимо, зачем два игрока. Вот кто имели в виду как друзья Лизуна. Да пошел ты. И в чем прикол? В общем, понятно, в чем прикол. Это просто будет тир, мы будем. Мы проиграли. Задание 16 тысяч очков на битье. Вроде бы следующий здесь появится, или я ошибаюсь? Ошибаюсь. Третий. Короче, у меня два вида оружия. Thank you.
И что дальше? Да, ребят, создавшие это, конечно. Не, ну почему 3D-модельки они сделали? Окружение это все-таки трехмерное. Ну или мне придется этим заниматься. Это не очень-то, так сказать. Это не на машине вот так вот едут? Что-то как-то... Это выглядит максимально странно. Две кнопки отвечают за эти выстрелы. Ну что ж, вот такое вот знакомство у нас выходит. В принципе, я вообще не любитель тиров, так что... По сути, неудивительно, что у меня здесь не особо-то выходит. То есть я не понимаю, есть ли какое-то доп. Оружие? Нет, на плюсик нет. Ну, значит... Довольно мы ограничены. То есть можно просто сидеть бесконечно. Жизнь, Гус. Игру вот эту вот, где уже было утку подстреливать на денде. Ну что, друзья, тогда на этом мы и закончим. Ну, в принципе, вы видите, как здесь происходит тир, как здесь враги будут, разумеется, будут какие-то разнообразия. Возможно, даже нужно будет комбинировать свое оружие. Может быть, все-таки что-то будет добавляться. Возможно, появятся ловушки, но опять же, нужно всю игру проходить. Мы с вами на данный момент, если что... Знакомимся лишь с игрой.
И в целом, да, наверное, я бы вышел, потому что все равно мы заканчиваем. В целом, я бы оценил рейтинг интереса этой, к этой игре как на ноль. Что интересно, значит, быстро. Потому что я не любитель подобных... А, ну, в принципе, то же самое, только просто без, видимо, сюжета. Без подобного вот всего. Ну да, то же самое. Кажется, достаточно дешевенькая игра по мотивам. Что ж, и такое бывает. Желаю вам всего хорошего, друзья. Хорошего дня, хорошего вечера. Любить себя, своих близких, чуть-чуть людей вокруг вас. А также, так сказать, а также играйте в хорошие игры, потому что в них мы с вами в следующий раз обязательно и увидимся. Всем пока-пока.